Приветствую всех на своем канале, с вами Маркела Борис. Я знаю, что после этого видео меня закидают вонючими тапками, там, гнилыми помидорами, ошурками от колбасы, еще чем-то меня обязательно закидают эти призманутые люди, которые рассказывают, что они могут зарабатывать доход, давать 28% в месяц. Итак, ребят, это CoinMarketCap. Все прекрасно знаете этот ресурс, если вы занимаетесь криптовалютой. Кто не знает, кого там фолуют эти рифоводы, или я не знаю, как там, криптоэнтузиасты, давайте разберем. Сегодня мы, опять же повторюсь, мы разговариваем о монетке Призм. И что у нас происходит? Да, возможно, да, Призм дает 28% в месяц. За счет чего дает? За счет того, что из пустого в порожнее начинает перелив. На данный момент вы видите, что цена Призм составляет 18 рублей 15 копеек. Ну, тут есть небольшой рост. И давайте отследим небольшой график. И кое-что я вам покажу. Смотрите. Это было в 2017 году. Это было в 2017 году, когда стоимость, получается, достигала 163 рубля. 163 рубля. Вот такая была свеча. Сразу скажу, что я не эксперт. Вот в этой всей дребедине, ну, вот вы видите, 154 рубля, 163 рубля на пике это было. Был подъем вот такой, после того, как она там стоила 54 рубля, и начиналось это все, мы можем даже отследить, 70 рублей. 70 рублей, заметьте, вот и запомните эту цифру. Смотрите, это все было 19 мая 2017 года. Что происходит на данный момент? То есть она была. Вот у нас пик. Вот у нас пик, где она там стоит 160 там, с чем-то 3 рубля. Потом следующий пик у нас стоимость 61 рубль. Это было у нас в декабре месяце. Да, в декабре месяце 2017 года. Потом мы идем далее, и мы видим падение до 5 рублей, там с каких-то копеек 5,56, 5,57. И что у нас получается на данный момент? На данный момент у нас цена 70 рублей, сначала упала в 18 ноябре 2018 года до 5 рублей, до 6 рублей. Вообще ни хрена ничего это не стоило. И ну, парамайнинг, они же майнятся, ничего же делать не надо. Ну, перелив из пустого в порожнее идет. Но тем не менее, смотрите, что у нас происходит далее. У нас далее 23 рубля. Вот происходит скачок. Это у нас 6 октября 2019 года. Я думаю, все понимают, откуда взялся. То есть цена не росла. Откуда взялся этот скачок? Где-то примерно в октябре месяце начали развивать какой-то улей, рой-клуб, там еще что-то. Я знаю, что это видео не понравится вот этим товарищам. Но я говорю, я не эксперт в криптовалюте, но я прекрасно понимаю, что если переливать из пустого в порожнее, то есть если я вот так вот буду делать, это можно сказать, что я занимаюсь парамайнингом. То есть я вот так руку одну поставил и вторую, и я переворачиваю, это есть. Вот, это принцип парамайнинга, ну, по крайней мере, для меня. То есть, это вот такой вот принцип. И люди, которые на этой волне заходили искусственно, даже не искусственно, а вот здесь был такой период, когда монетка поднялась в два раза. Они обрадовались, хлопали в ладоши, рассказывали, смотрите, смотрите, парамайнинг, вот он, попер. Ноябрь. Шестое число, пиковая цена там 44, 46. Ну, даже вот я не знаю тут, как это все, вот это все раздвинуть. Я
вам вообще не профессионал, не специалист. Вот, смотрите, 48 рублей. Цена на 7 ноября. К чему мы приходим? Мне могут сказать, конечно, ну да, это вообще вот, вот круто, да. Именно на тот момент люди, которые имели монетки призм, на тот момент, на этом пике, они их начинают сливать. На этом пике они начинают сливать. И что мы имеем в результате? В результате на 5 января мы имеем цену. Цена у нас на 5 января 18 рублей, 16 рублей, 4 января. Многие скажут, да праздники, люди отмечают. Ребят, сегодня 6 января. 6 января 2020 года. Цена упала до 18 рублей 15 копеек. Может случиться так, как это случилось вот именно здесь, после, вот именно здесь, в декабре, 18 декабря 2017 года. Так, цена стояла и резко начала падать. В принципе, даже здесь можно отследить какие-то графики, тоже ноябрь, декабрь. То есть, смотрите, вот здесь монетки, большее количество монеток слили, забрали свои бабки. И те, кто заходил под улюлюканье и разговоры, да вы сейчас, вот эта монетка, призм, да она выскочит, да она будет стоить больше 5 долларов, да она вообще будет огонь. Ребят, а где эти энтузиасты сейчас? Вот, по крайней мере, в соцсетях, в ленте почему-то все приостановилось. Да потому что люди начали сливать эту монету. Они поняли, что, ну, по большому счету, из пустого в порожнее, вот так вот, если руками делать, денег-то не получится. Так же и наше государство. Почему получается инфляция? Инфляция получается только потому, что денег очень много, товара очень мало. И поэтому деньги теряют свою ценность. И сейчас, на данный момент, звать в призм, ну, это преступление. Либо тот момент, когда вы хотите найти того человека и сказать, ну, смотри, она же вот стоила 100 там с чем-то рублей, она же стоила 60, она же стоила 47. Ну и что? Сейчас как раз вот на этом спуске, вот как раз ты получишь... Да, цена будет подниматься. Есть спрос, есть предложение. И все вы прекрасно знаете. Но... С другой стороны, блин, нафига вы людей разводите? Смотрите, 78 тысяч там в сообществе, в этом Рой-клуб там или Улей-клуб, я не знаю, как он называется, меня просто затрахали уже в соцсетях звать вот в это все. Я высказал свое мнение. Сегодня я высказал мнение свое тому человеку, который меня звал. И я ему дал один полезный совет. Забирай свое и вали оттуда. То есть, забрать все свои деньги, все остаток своих денег, которые у тебя усохли в два раза, и валить, бежать до хороших времен. Либо изучать, как делаются деньги, и зарабатывать в интернете, а не терять, не входить на пике и не терять на спаде. Включите свою голову. На этом заканчиваю. Всем привет.